Салют, представьте, пожалуйста. Дмитрий. Ларин, 18-я буква. Фикей, габонская гадюка. Спасибо, очень приятно. Желаем удачи. Салют, представьте, пожалуйста. Я его выебу. Его давно пора было кому-то выебать, и вот получается так, что выебу я. Окей, желаем удачи тебе. Спасибо. Салют, с вами Ресторатор, это Versus Battle, пошумим, блядь! По итогам жеребьевки начинает МС слева, первый раунд, пошумим, блядь! Поехали. Моя же щедрость не знает границ. Выбирай, между скул или меж ягодиц. Будь ты бабой, на одну ночь ты был бы моим, Юрий! Аккуратнее с языком, молодой человек. Нет, ну смотрите, он устраивает по чужим мамашам рейд. Так это все из детства, сказал бы доктор Фрейд. Это защитный механизм, распускает слух, мол, у него было много милф, много старух. Странно, что до меня никто не повел и ухом. Очевидно же, что мать Хованского прекрасная женщина! Короче, представитель неведомых фаун, время облачаться в траур. Раунд! 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 Все справа первый раунд, поехали. Ты подъебал меня за пирамиды? А теперь к делу. Вейтер. Пророк, брошюра, крекер, крен, рефрактор, руль. Квартира. Ресторан. Трувер. Версус. Рэп. Пророк. Ресурс. Бритира. Рука, блуд, транзистор, рекорд, рестарт, регистр, рука, конец, лошадей, как пирдон, резистор. Где-то конца, друг. Мажаем, это Ларин! Вот как-то так с тобой должен был заниматься логопед. Дефекты речи, вот что нас объединяет, и это не магия. Здесь картавые и шепелявые, вот почему в видеоблогерской тусе мы сейчас центр внимания. Группа центр. Вообще всем поебать, да? Я боюсь, что меня снова отпиздит Black Star. МС слева, второй раунд, поехали. А мне наплевать. Раунд. Судья справа. Второй раунд, поехали. Ты сказал, что третий сезон Russian Stand-Up провалился. Вот это ты открыл глаза нам, мой придирчивый друг. Но даже мой третий сезон сует хуи за щеку всей твоей стендап-карьере. Да, хуев там побывало 400 штук. Как же заебали лицемерные мгази, что в погоне за хайпом лезут к нам в рэп. Он в здании! Хуярьте ладошами! Если ты не рэпер, ты меня не отмудохаешь! Тимати Нойз, ты понял намек? Если ты не рэпер, ты меня не отмудохаешь! Отправляйся обратно гулять по кварталам! С камерой на кладочке, трек элегантен! Слышь, долбоёб, твоя кика гухлевочка! Давление впервой, унижать наркоманов, а ты критик! Ты Джекер у пачки, он перед экраном! Интеллектуал, похож на интеллигент! Ах, ты пидор! Придумай, что ты новенькая плагиатор! Пару лет назад мы это видели где-то! Ты мой главный фанат! Все украл у меня! Как у Клары Карл Жал, тут ебаный орал! Не так ли, братан? Мы стендаперы, да? Но почему, к примеру, ты поехал по городам? Давай их убеждай, мол, он нам пиздит, говорит, что и не думал у меня красть. Но не переживай, Хованский разрулит. Только ты поведай, что с тобой не так, мразь. Твоя карьера украдена, это ненормально. Все, что ты придумал, сам скакать на хую. Я не вижу твоей брокколи, но бульба в здании. Я тебя породил, я тебя и убью. Ура! Это слева, третий раунд. Дожигай. Ведь у тебя не рот и не ротовое отверстие, а дыра. По сути, Хованский должен поклоняться Богора. Богу фараонов и столь милых тебе пирамид. Так вот, по поводу дыры закинь туда лапирамид. Он же имодиум средства от дресни. Твой понос речевой стопорнуть, надеюсь, прояснил. Я тебе причину, по которой с бабами у тебя не маза. Их на канале 5%, как у гамаза. Гнида. Третий раунд, МС пьяный. Я. Да, но из МС мне въебал. Ну что, блядь, веган?
Лучше бы ты не писал этот текст, а сожрал листы. Я повторю для тех, кому еще непонятно. Это не батл, а демонстрация пищевой цепи. Ведь на ваших глазах хищник сожрал травоядное. Версу! Короче, респект парням и еще больше респект Хавану, он показал, да, уровень. Красава. Мое мнение уже ничего не решает. Как но... и когда до этого. Хованский. Салют, ну расскажи, что сегодня произошло. А я промолчу. Круто, желаем успехов. Спасибо. Салют, представься, пожалуйста. Я уже представлялся. Что сегодня было вообще? Ну, я обещал, что его выебу, я его выебал. Гэнгста, я гэнгста теперь. Ёб твою мать, все, ладно, пока, Юр. Чувак,